обратно на полуостров? Ну, на самом деле нет. И наш ГГ и ГГ поменьше тоже особым желанием не горели. Летели на скоростном самолете Москва-Питер, не ели макарошки. Это, кстати, зря. Произошла волна безумия, самолет вниз, сынок здоровому голому мужику, а мы еще пару минут можем поспать. Примерно так и начинается мое и твое выживание в лесу. Че и как сделать, чтобы сына спасся и вырос, можешь глянуть вот тут. Но я его не спас. Я потом нового сделаю. Рубить деревья и показывать местным пацанам, что они тут не главные, это, конечно, круто, но еще круче 45 достижений, которые можно и нужно тут получить. Но как бы ты ни хотел, чтобы получить достижения, игру надо купить. А у нас это сейчас все идет через костыли. Но ребята из Купикод избавят тебя от этих бед и помогут легко, быстро и, главное, безопасно пополнить свои денежки на Steam. Указываешь свой логин, указываешь сумму, пополняешь. Собственно, все. Именно благодаря Купикод я купил кое-что интересное по скидочке. А также помни, чем больше сумма, тем меньше комиссия. А по моему промокоду Тручак комиссия всего 16%. Что, кстати, самая маленькая комиссия по рынку. Но это в ограниченном времени, так что я не знаю, что ты медлишь. Иди, пополняй баланс и скупай весь Steam. Заскакивай в их группу ВК и телегу, чтобы быть в курсе последних новостей и принять участие в розыгрыше 5-й плойки, 4-го резидента и халявных денежек на свой баланс. Ссылка в описании. Достижение «Первая ночь», которую ты получишь, удивительно, за первую пережитую ночь. Идя дальше вглубь леса и выживая день за днем, ты получишь достижение «Выживальщик» за то, что показал, что ты не пальцем делан и пережил пятую ночь. Какое выживание в лесу без вырубки деревьев? Правильно, хреновое и недолгое. Надо где-то жить, строить дом, базу, забор, тупые ублюдки, не лезьте ко мне. Так ты и получишь достижение изменения климата за сотню вырубленных деревьев. Можешь, конечно, построить свой мегаполис, вооружившись бензопилой и не спасаясь. Спасать лес, срубив 1000 деревьев. Вообще, выживать в лесу это стрёмно. Как минимум, остатки еды в самолете имеют свойство заканчиваться. Ягоды это, конечно, круто, но тут есть одна проблема. Я люблю мясо. А мясо бегает и худеет. Меткий выстрел, и уже на твоем костре жарится тушка кролика с достижением монстр. И грустно, и вкусно. Ну а мясо не только бегает, но и летает. С высоты птичьего полета при помощи стрелы спускаем на землю птицу, радуемся достижению, вкусно кушаем и думаем, какая мы безжалостная гнида. Со временем наземное и воздушное мясо уже не лезет и хочется какого-то автоматического процесса. Хорошо, что ГГ еще и умный до хрена. Ставишь под воду конструкцию из говна и палок и ждешь, пока глупая рыбеха попадется в твои сети вместе с достижением рыбак. А если ты еще и 6 рыбешек одной палкой динамита загубишь, ты еще и бизнесменом станешь. Если ты прожил более 5 дней, то ты понимаешь, что на этом острове ты не один. Есть еще очень сильные, не очень умные и невероятно голодные соседи. И помимо драки и бега, есть еще один способ от них избавиться. Стать невидимым. Что за хрень, спросишь ты? Все просто, отвечу я. Помимо уничтожения ушастых и пернатых, ты можешь подбить ящериц, объединить их кожу с листьями и получить свою первую броню, которая и считается броней маскировки. Группа людей, решившая отдохнуть рядом с этим островом, не учла, что их капитан дебил. Как итог, пацаны пошли на мясо для местных обитателей или акул, яхта F, и очень любопытный ГГ, посылая каждую акулу нахрен, доплывает до посудины и спит, за что и получает достижение 5-звездочный отель. Утром забирает проигрыватель для музыки вместе с музыкой. Там еще напротив яхты на пляжу есть могилка с еще одной кассетой, ее тоже забери. Слабоумие и отвага — вот те качества, что нужны настоящему охотнику на акул. Бери палку в руки и плыви за этой здоровой белой скотиной, и как только она пойдет ко дну, достижение «укуси меня» будет твоим. Кстати, палка тут не обязательно, можешь ее еще и с лука вальнуть. Местные пацаны нашли источник со смелой водой, за что сотни из них получили по пачке от нас за достижение «серийный убийца». 50 тел мы демонстративно разрубили на куски, чтоб остальные боялись, и чтоб не повадно было, мы еще 6 из них сожрали на костре. Именно на костре, а то достижения не будет. Пацаны напуганы и теперь до конца жизни будут обходить забор из бревен стороной, ведь с верхушки забора на них смотрим мы и аппетитно облизываем. 10 дней кряду пацанов не кошмарить и достижение «пацифист» твое. На базе сидеть так скучно, сына может спокойно подождать сотню дней, так точно, потому что я хочу достижение «плохой отец», чтобы показать всем, что я лучше. Но ГГ, в отличие от тебя, сидя на биологии в школе, не смеялся с пестиков тычинок, а учил растения и получил черный пояс по натуропатии. Сделал 10 комплектов из подорожника и прочей зеленой штуки и, проживав все это, напитавшись самовнушением, готов разносить лица. Также наш ГГ и на физике в носу не ковырялся и знает, что если объединить это и вот это, то будет то, что делает Буб. Использовав 20 раз эту приблуду, достижение «подрывник» будет твое. Можешь, кстати, еще и на деревья покуситься. 6 или более за раз завалишь, станешь экспертом по сносу. Чуть попозже, после 10 дня, на поверхность выберется пачка отборных уродов, которым, собственно, уже срать на то, что у тебя
есть забор. Отбив их атаки, забор надо чинить. Делаешь чинильный молоток из камня, палок, тряпок и смолы, чинишь свои конструкции и радуешься достижению мастер на все руки. Ну вообще, тебе надо не только чинилку-молотилку сделать. Чтобы показать, что это твой лес, тебе надо изучить список крафтов от и до. А такие полезные штуки, как камень в тряпке, бурдюк или пистолет, к сожалению, на деревьях не растут. Чтобы стать мастером на все руки, надо сделать все возможные 26 предметов. Или сколько их там. Вот тебе список всего, чего тебе надо сделать, а вот места, где лежат части пистолета. Все предметы сделаны, местные пацаны замертво падают, только увидев тебя. Настало время огромной стены, чтобы точно показать, что этот остров твой. И тебе даже не надо ее строить. Просто раскинь чертеж на охренительно большое расстояние, и достижение «самая длинная стена» твое. Находим дырку в земле, разгоняемся и с головой погружаемся в пещеры. А что, собственно, нам надо в этом метро? В пещере весельников находим на пацане компас вместе с картой. Открываешь крышку компаса, и ты резко стал бойскаутом. Там же где-то рядом с оранжевыми шапочками забираешь кассету с музлом. Это тебе надо для другого достижения. В этой же пещере на красном столе забираешь голову робота. В детской пещере после долгой игры в «Убей крота» забираешь кассету с музыкой. В пещере водопадов рядом с толстяком, под весом которого сломалась лодка, в углу забираешь еще музыку. И теперь, помимо звука топора об дерево, ты можешь слушать всю музыку с достижением «Поклонник Гейба». В мертвой пещере рядом с рисунками нашего пацана забирай тело робота. В сырой пещере под двумя висячими пацанами находишь руку. В пещере пропасти находишь вторую руку за забором с крестами, там еще черепушка светится. И в конце пещеры на каменной дамбе забираешь ногу. В этой же пещере находится шагомер и теннисная ракетка. Только если ракетка тебе нахрен не нужна, то взяв шагомер и натопав 50 тысяч шагов, ты получишь достижение «Мастер шага». В подводной пещере рядом с проходами находишь последнюю ногу. Собираешь этот пазл в одно целое, и теперь ты реально классный папаня. Ну, мог бы им стать, такой робот и самому нужен. Погулял по пещерам, и теперь у тебя оружие, как у Талина. Выпрыгивай из земли и прыгай в воду. Рядом с островом есть 4 подводные пещеры, отмеченные привязанными бревнами. В них есть чертежи. А выплывай из последней пещеры и радуйся, что теперь ты спелеолог. Весь остров твой. Ты был в каждой пещере, и вроде как остается только спасти сына, но он так далеко и чё-то впадло. Хочется еще погулять, потому что теперь не ты боишься, а тебя боятся. И тут посреди ночи ты вспоминаешь, что ты летел сюда не только со своим сынишкой, а еще с какими-то типами на борту. Достижение «Конец близок» как раз связано с тем, чтобы найти всех пропавших пацанов. Итак, часть из них находится в пещере, часть на поверхности, и перечислять места всех пацанов мне очень впадло. Поэтому открывай список бедолаг, вбивай в интернетах все пассажиры в The Four, записывай координаты нужного тебе пацана, вбивай их в электронную карту и иди куда тебе надо, друже. На полях, в лесах и даже, сука, под водой растут грибы. Всего их 6 видов, что-то вкусное, что-то нет, но все 6 веселых. Отведай все 6 вкусов и стань веселым парнем. Твоя хижина в лесу кажется тебе какой-то скучной и пустой, хочется внести какое-то разнообразие, мимо бревен головы мертвых животных, тебе в этом помогут. Обезглавь всех, кого только можно, чтобы твоя стена выглядела вот так, и будь охотником за трофеями. Человек, такая штука интересная на самом деле, вот эти вот мы с тобой. Едим все, что шевелится, а если не шевелится, можно и самому пошевелить. Но вот в чем беда. То, что шевелится, иногда быстро бегает. Но мы тут миллионы миллиардов лет, вот это вот все, можем и траву похавать. Каждый из нас садовод. Если ты посадишь 3 различных растения на одной грядке, то у тебя будет черный пояс по огурцам. Занимаешься своими грядками и думаешь, что ты мега хорош. А так и есть. Но какой-то очень смелый голый мужик так не считает и начинает тебе мешать. Договариваться нет смысла и чё-то впадло, но зато у тебя есть камень. Устраиваешь брызги на его теле и уходишь с улыбкой. Это, конечно, все очень хорошо и невероятно круто, но в лесу есть 5 достижений, которые ты не выполнил. Один. Живой? Блять, живой. Твой пкет не считается, а семья слишком деревянная. И чё ж делать, если друзей как таковых нет? Залетай в мою телегу, дружи. Помимо анонсов новых видео и информации про стримы, ты можешь в чате найти себе друга, с которым покоришь лес. Ссылка в описании. Ночевка на природе. Бери своего друга, желательно не за жопу. Желательно за жопу. И идите вместе спать. И помни, никакой пидросни, только настоящий мужской секс. Да, мы охотники за достижениями. Такие вот. Все, мужская дружба произошла. Уже это быстро было. Почувствуй себя медиком из Team Fortress 2, подними своего друга, а потом его же еще 10 раз. Скажи ему, чтобы не грустил, ведь люлей может получить каждый. Дай ему шоколадку, ведь ты милый. И вручи ему оружие, чтобы он мог отомстить, ведь ты очень милый. Все скрытые достижения, коих в игре 6 штук, кроме постройки беседки, получаются в финальной лаборатории. Гуляя по лаборатории, ты найдешь автоматы. И как хорошо, что потерявшиеся пацаны носили с собой в карманах деньги, за которые мы покупаем пепси и шоколадки. Это, конечно, вкусно, но помни, лаборатория — опасное место, в
которой скрываются не только шоколадки, но и множество различных уродов. И чтобы они тут все не сожгли, умные челобумы продумали систему пожарного тушения, которую тебе и надо испытать, чтобы пошел дождь. Под дождиком прогулялись, но тело не впитало столько влаги, сколько надо. Благо про нас тут подумали, и мы можем бахнуть кофейка или чая из человеческой головы. О, остались понты делов. Спасти малого, чтобы все-таки пройти игру, используя в качестве топлива для желудка только траву и шоколадку.